машина поломала или что? Нет, а что? Да мне посрать. Кто там? Не знаю, что здесь, как открывать. Что мне говорить? Здрасте. А что это, мама? Зачем? Нет. Я не боюсь. Нет. Не надо. Может быть. Он мне... Нет. Я... Ага, никуда я не поеду. Нет, не надо. Да не надо! Сейчас поеду в милицию и будут мне меня говорить, что такое законь! Если ты хочешь так же, как и я, снимать антигрифер шоу на моем же сервере, то, пожалуйста, стань владельцем сервера по скидке 95% на этой неделе и снимай антигрифер шоу. Если вдруг заметили грифера, вы можете разломать ему его же дом. Вы можете также вырезать ему его же дом. Можете заблочь его в древесине. В конце концов, вы можете убить грифера. Но чтобы вас не спалил же ваш же грифер, вы можете отключить свой префикс, и тогда он вас не заметит. У вас поменяется статус на игрока, и грифер никогда не поймет, что вы владелец сервера. Ну и также вы можете поставить себе любой другой префикс, который придет вам только в голову. Тогда это будет выглядеть вот так. Ну и в конце вы можете забанить вашего грифера. Грифер увидит вот такую надпись. Мы долго создавали эту привилегию, и все только для вас, дорогие друзья. Ставим владельцем сервера, снимаем антигрифер шоу. Дорогие друзья, этот человек просто сейчас стоит и ломает мой дом. Но как все по традиции, да, у нас новый ник с вами, Today73. И опять мы привлекли внимание с вами владельца сервера, который, смотрите, у него префикс есть пиздюк. Он опять нам все ломает. Я давно так не снимал по старинке уже, когда я пытался с традиционным способом искать гриферов. Я люблю искать гриферов, я люблю, когда с ними что-то происходит. Смотрите, он сейчас... Так, остановился. Ну, надо ему, конечно же, будет писать. Опа! Он меня убил! Он меня убил через скилл, причем не рукой даже, а сразу, да, пропишем home. Мы вернемся сюда. Смотрите, какой противный человек. Он даже как будто лаги вызывает здесь, потому что вообще здесь люди... он начинает вырезать топориком мой домик. Мне это не нравится. Стой, давайте напишем ему 100... Так, капсом не будем. Стой, хватит, пожалуйста. Давайте напишем ему «Стой, хватит, пожалуйста». Это единственное, что я умею делать всегда, когда ищу грифера, это писать ему в чат. Он так весь дом сломает, этот... Нет, он пишет «нет». Все смотрим за его префиксом, он у него довольно интересный. Этот дом весь мой, это вся моя территория. Вот этот паркур, который строился, да, вот этот воздушный шарик, это все мое. Давайте напишем «Что тебе надо?». Что тебе надо? Он так и... Он прямо начинает вырезать и вырезать дальше мой домик, вырезать мое основание, все, что я тут строил так долго. Он это зачем-то делает. Сейчас что-то он пишет. Давайте дадим ему время, чтобы он пишет. Это мой дом, хераль ты тут... Это и мой дом? Какой смысл это мой дом? Это мой дом вообще. Смотрите, как люди часто врут вообще. Это как... Какой это твой дом вообще? В смысле это твой дом? Это мой дом. Давайте, типа, с ошибками. Ну, ты... чуть-чуть я не улетел вниз туда. Смотрите, что он делает. Так, ну я думаю, хватит базарить. Надо с ним как-то уже в скайп выходить. В ВПР. А, типа, в прямом. Вот до меня, кстати, не сразу дошло, что это значит в прямом. Что тебе от меня нужно? Продолжим диалог. Что тебе от меня нужно? Мне кажется, ему ничего от меня не нужно, ему просто надо сломать мой дом. А тебе что надо, блядь? Да, о, смотрите, игрок Майнкрафт начал с вами ПВП, смотрите, что творится. Смотрите, он начинает меня бить топориком. Ну зачем? Ну за... что ты делаешь, а? Ну что ты делаешь? Так, мы с вами вернулись опять на спаун, смотрите, здесь столько людей, и все они не любят, когда их гриферят, понимаете? Никто из них не любит, когда его гриферят. Возвращаемся домой. Слушай, ой, он опять, он так и дальше режет. Го, давай, го, скуп, поговорим. Го, скуп, поговорим. Естественно, тут 5 ошибок, наверное, в одном предложении. Надо, естественно, с ним поговорить. Что это за вообще беспредел? Так, сейчас будет, я не знаю, что он ответит. Может, он вообще не захочет в скайп пойти. Но если бы он не захотел, я бы вообще ролики бы, наверное, не выкладывал. Пошли. Что это твой скайп? ФСДФСФДСФФ123. Честно говоря, я не верю, что это его скайп. Но давайте все-таки попробуем. Что-то мне кажется, это не его скайп. Ладно. Звоним, смотрите, куда-то. Ну, здорово. Здравствуй. Что тебе надо? Мне ничего не надо, ты просто мой дом ломаешь, тут стоишь. Пошел вон отсюда, понял? Что-то голос у тебя знакомый, нет? Нет. Ты мой дом зачем сейчас ломаешь?
Это мой дом. Ну как твой дом? Я здесь играл, наверное, неделю. А ты не хочешь пойти? Не особо. Я хотел бы просто, чтобы... Ну так молчи, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы ты с моего дома ушел и все. Нет, я уже разломала, ничего делать. Подожди, твой голос. Твой голос. Я... Мы с тобой не общались в скайпе? Нет. Ну-ка, скажи что-нибудь. Что? Ты меня сейчас убил? Нет. Ты зачем сейчас голос поменял? Я не менял голос. Ну ты сейчас голос поменял, я тебя помню как будто. Я не менял голос. Ты какой-то знакомый. Слушай, я... Ты не знакомый. Я очень часто много гриферов ловил. Молодец. Ты... Окей, хорошо. Ты, окей. Ты нервно чё больной? Тебе... Да! А чё ты от меня хочешь-то? Ты дальше... Ты, это вот... мой дом, понял, а? Это, ну это не твой дом, тебя сейчас будут завались. Банить. Завались. Я... А как я завалюсь, если ты мой дом ломаешь? Завались. Так, слушай, ну я не знаю, что с тобой тогда делать. Не посрать, что хочешь, что с тобой ну, делать. Ну хватит ломать дом-то, может иди быть. Иди ты в баню, понял, а? Я лучше не в баню пойду, лучше пойду в группу сервера, буду писать в поддержку, сделаем удачи. Тебя скрины. А, удачи. Кто докажет, лол, а? Кек. Кто докажет? У меня скрины есть, я даже ролик могу снять, обычный, просто. Ага, удачи желаю. Ну, конечно, да. Но... Какая цель твоя вообще? Зачем вы всегда всех... Разломать твой нахер дом. О, уже мой дом, да? Это уже не твой дом, то есть. Ой, мой. Разломать свой дом нахер. Ага. Чё ты агакаешь? Тебе поагакай. Ага. Нога. Слушай, ну сейчас тебя будут уже, так сказать, наказывать. Ты опять... Да. Зачем ты до сих пор вырезаешь? Не посрать, это все равно мой дом. Ты полдома... Если бы это был не твой... Не понял. Ты жопу иди. Твой жопу, знакомый жопу. Голос, конечно. Ну какой, давай, скажи мне, давай. Ну знакомый голос. Ну давай, кто я, давай. Я не помню, кого-то ты был как-то. Ну ты молчи, пожалуйста. Ты в курсе, что тебя могут лишить привилегий и забанить? Хочешь прикол? Никогда не хочу приколов, особенно от гриферов, вообще никогда. Особенно с таким префиксом. Вот раз. Майнкрафт. Майнкрафтер банет. Ты сейчас чувака забанил, да? И чё? Зачем? Просто. Ты зачем второго забанил? Да хочу, мне весело просто. Ты, может, еще пол сервера будешь банить? Ну, могу, если хочешь. Мне не лень. Ну, хватит, пожалуйста. Зачем ты третьего забанил сейчас, понимаешь? Не надо банить, стой, сейчас люди уже будут волноваться, пожалуйста. Да тихо, все, спокойнее. Тебя точно накажут, поверь. Тебя накажут. Хватит, стой, да ты четвертого забанил, хорош. Что ты за человек? Хорош, ты пятого, хватит, пожалуйста, ты уже пятого забанил, прошу тебя, стой. Хочешь, тебя забаню? Не надо, стой. Ты понимаешь, что ты лошара, а я бог? Я понимаю, пожалуйста, только прекрати банить всех, я тебя прошу просто. Ты уже 5 человек при мне, 6 забанил, пожалуйста. Еще одного. Пожалуйста, не надо, это игровые люди, не надо. То есть это реальные люди, они играют. Пожалуйста, не надо банить. Ну, пожалуйста, ты уже... Прошу тебя, стой, остановись. Да все, отстань от меня, я тебя не знаю, мальчик. Хватит, пожалуйста. Ну, хватит всех банить. Так, да отстань, ясно, понятно. Килл. Чего килл? Ты что задумал? С тобой... Да не, ничего. Хватит, все, так. Быстрее надо что-то придумать с тобой. Что ты сделал? Так, ты телепортировал кого-то, что ли? Я просто поддержку писал. А, все, он ушел. Это он молодец, что он ушел. Бан. Но он не уйдет, все. Да хватит, все! Все. Сейчас. Сейчас тебя лишат привилегий. Угу. Секундочку. Да, все. Попробуй теперь. Забань кого-нибудь, да. Забанька. Можешь даже... Я разрешаю. Не жалко. Ты охренел? Чего я охренел? Ты охренел? В каком плане? Там это вообще-то... Я имею право, что хочешь, то и делаю. А ну бегом, отдал мою привилегию. А чё, уже не можешь что-то... Отдал. Ой, игрок ПВП начал ПВП с вами. Стой. Отдал, я стой, отдал. Стой. Кого отдать-то? Привилегию. Какую привилегию? Все, можешь бить меня. Ну давай драться, давай, можешь бить меня. Чё ты убегаешь, как сыкун, а? Я? Ой, чё, не можешь ударить? Чё ты твой ник знакомый, где ты уже видел? Где ты его видел? Не знаю, где-то видел. Ты чё, охренел? Я не понял, а? Подожди, секундочку. Сейчас, чё-то, меня поддержка отвечает, прикинь.
Поддержка. Что пишет? Что пишет? Ой, ой. Ой, ты чего? Ты умер, прикинь? В смысле? Консоль тебя убила, прикинь. Ты что, охренел? Ладно. Я нет, это консоль. Это не трогай мои вещи, скотина какая. Я тебя вообще не трогаю. Сейчас, подожди, мне поддержка пишет, что ты не виноват, прикинь. Прикинь. Да пусть вернут мне мои привилегии. О-о-о! Смотри, вот консоль написала, что ты не виноват. Вон написано, консоль kicked Mark FG. Блин! А, ты какой-то нервно больной, тебе вообще нельзя привилегии. Да не посрать! Ты 6 человек, 7 при мне забанил вообще, понимаешь? Ты убивал меня, ты кикал. В смысле, ты что, пароль поменял? Я не понял. Нет, вообще не меня. А чё у меня пароль поменятый стоит? Я не знаю. Сейчас. Сейчас у поддержки спрошу. Погоди. Вот. Так, я не поняла. Чё? В смысле какой? Да, играй, чё? Я с того раза была мало или что? Нет, а чё? Понимаешь, тебя жалуются. Почему? Ну и чё? Ну и чё? Ничего. Да мне посрать. Придут, позвонят, а чё мне делать? Ну и чё, позвонят, и чё? Не того раза было достаточно. Кто там? Этот. Кто там? Где? Звонит. Не знаю. Стой! Пришла тихо, милиция. Не иди. Какая милиция? Ты о чем? Обыкновенная милиция. Я не знаю, что здесь, как открывать. Что мне говорить? Почему? Ну иди открывай, что не скажешь за дебила конченая. Проходите. Здрасте. Че в прошлый раз? Составляли? Че? На меня? Че? Что ты огрызаешься? Чё я огрызаюсь? Мама поедет, а что это мама? Зачем? Нет! Я не пойду, не пойду. Нет! Я не пойду. Нет! Не надо. Нет! Закройся, закройся. 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 Тут какой суд? Вы чё вообще? Какой суд может быть? Он не... Нет! На вас, женщина. Чё это на меня? Не надо. Да сейчас, ага, никуда я не пойду. Нет, не надо. Я говорила. Да не надо. Я говорила. Не надо. В отделение. Не умничай мне. Сказала, не ори. Да не надо. Жалуются, что ты орешь. Никуда я не пойду. Ладно, все. Ладно. Давайте, вот сейчас поеду в милицию, и будут на меня говорить, что такой закон. Ладно, пока. Скайп сбросился. Я узнал, кто это. А полиция пришла за мамой, видимо, забирать. Я узнал, кто это, ребята. Они уже были у нас в ролике. А, там полиция забирала Грифера самого, помните? Ссылочка будет на этот ролик. А сейчас, видимо, предупреждение не сработало и пришла полиция за мамой. То есть теперь маму забрали. Ссылочки в описании ролика, посмотрите тот ролик. Там те же самые люди, все то же самое. Там даже полицейский представился, сказал, что вы не поняли меня с первого раза. Это все, они уже были. Вот почему я, зараза, думал, голос знакомый. Вот почему я весь ролик так думал. Ну вы все видели, человек 6 человек забанил. Вообще неправильно. 6 человек за секунд 20. То, что его маму забрали, я не знаю. Пусть разбираются сами. Не мне судить, как хотите, там, видимо, никто ничего не понимает. Я уже устал с мамой со всеми разбираться. Вот, что будет, то у них и будет. Но я, главное, его забанил. Поэтому, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И, ну, маму жалко все-таки. С какой-то степени маму жалко.